Возглавлять прокуратуру Уссурийского района Иван Балабай даже не мечтал. Около 30 лет он проработал в органах прокуратуры Приморского края на разных должностях, начиная со стажера-следователя. За успехи в профессиональной деятельности неоднократно отмечены приказами генерального прокурора СССР, прокурора РСФСР. Поздравить юбиляра приехали члены Совета ветеранов прокуратуры Приморского края. Вместе с подарками, цветами и дипломами имениннику вручили газету, где ему была посвящена статья. Бывшие коллеги Ивана Филипповича отмечают его как исполнительного прокурора, ответственного работника. Сегодня мы приехали поздравить. А в такие дни мы его не забываем, в каком плане. Открытки к Дню Победы, к Новому году, к профессиональному празднику, Дню рождения. Всегда направляем, поздравляем. И всегда пишем очень-очень красивые слова. Едва окончив школу, Иван Балабай попал на фронт в 44-м году. Возможности получить профессиональное или высшее образование у него не было, так как после окончания войны он стал служить. Но тяга к учебе у Ивана Филипповича была всегда. И в итоге он отучился в заочном юридическом институте. Уссурийск – самая такая яркая часть моей жизни и работы, потому что город, масштабы большие, если сравнить. У нас тогда не было прокуратуры в районе. И прокурор осуществлял надзор не только над городскими учреждениями, но и над районными. У Ивана Филипповича несколько лет назад умерла жена. Остались дочь, внуки и правнуки. Его семья живет недалеко, но он сам предпочитает прийти к ним в гости. Ведь это и зарядка, и разнообразие досуга пенсионера. Уже 45 лет примерно я занимаюсь каждое утро зарядкой. 500 движений не меньше, больше 500 движений каждое утро. Ну и вот благодаря этому я немножко так вот поддерживаю. Ну, может быть, и еще что. Моя старшая сестра на 2 года до сих пор жива в Харькове. О работе юбиляр рассказывать не любит. В основном по долгу профессии ему приходилось раскрывать грабежи, убийства, тяжкие преступления и следить за справедливым исполнением закона. Надежда Якушенко, Александр Анисимов, Телемикс.